получается, это новый житель. Кто? Владо! Что? Ладно, ребятки, как настроение? Как дела? Спокойно, не ешь. Ладно, ребят, я сегодня пришел мне один аплодисменты Оле. Аплодисменты, похлопай, правда. Ну, с какой. Я узнала, что сегодня у них какой-то реально крутой праздник. Да. И не смогла удержаться и не прийти сюда. Но я не знаю, какого дня рождения. А как тебя зовут, расскажи. А свой рождение? Ого, ты такая взрослая. Мне прощайте. Ого, смотрите, все взрослые. А кто эти люди с тобой? Это моя любимая. Прекрасно, класс. Здорово. Пацаны, давай знакомиться здесь больше, и кто самый громкий. Пацаны или девчонки? Пацаны, сейчас перекричать девчонки. Сможем ли я? Да. Вот, то есть, на счет три делаем максимально громко. Орем во всю. Вот как можно, да? А ты не готовы? Нет. Ну так нечестно. Что, пацаны, готовы? Да! Раз, два, три! Все! У меня ощущение, что кто-то филонит там, как будто не орал. Ну давай попробуем. Нет. Вы не понимаете, что вам нужно громче закричать? Мы можем громче. Вы можете? Да! Давай. Давай. Еще раз, два, три! Вот так вот взяли бумажку, и я пришел сюда, чтобы... Ого! Интересно, как моя бумажка появится. Да. Ладно. Только гроб с выражением. Я тебя не слышу! Я пришел сюда, чтобы... Какой вы праздник для меня? Да, вот так. Только я знаю, как исполнить вечеринку. Я пришла сюда хорошо отдохнуть. Отлично. Я пришла сюда, потому что тут весело. Тут весело, да? Нет. Я пришла сюда, потому что очень кушать хочется. Вот, честно. Честно сказал. Просто пришел поесть. Я пришел сюда, потому что меня сказали. Я пришел сюда, потому что я купил новый наряд, нужно всем показаться. А я пришел сюда, чтобы подарить подарок. Вику с днем рождения не поздравили, правильно? Да, во-первых, давайте все обнимем, все обнимите Вику. А потом что мы будем с этой мурашкой делать, получается? Так, ребят, значит, смотрите, сейчас каждому из нас нужно стать профессиональным актером всего лишь за одну минуту. И какое мое задание кому-нибудь? Давай. Давай, Артему. Ему надо ничего покрепить. С днем рождения! Сегодня будет следить, мне нетерпеть на плечо упал. Это было прямо максимально. На него напала дикая кошка. На тебя напала дикая кошка. Поздравляю. Иди. Вика, ай, поздравляю с днем рождения. Ты мог бы помякать, реально. Ну, пожелай что-нибудь, пожелай. Но про кошку не забывай. Пожелай счастья и здоровья. А кошка? Какая-то кошка добрая на тебя напала. Да, давай за тобой бежит маньяк, да? Давай так лучше. Псих-маньяк. Она да, все. Вика! Я поздравляю тебя с днем рождения! Чего желаю тебе счастья! Тебя маньяк догнал, но... Вика, я спрыгну с парашюта и поздравлю тебя с днем рождения! Не разобьюсь! С днем рождения! Все друзья, которые тебя окружают, никогда не предавали, всегда тебя засыпали лайками и улыбками. И чтоб все у тебя было хорошо. Хорошо? Аплодисменты.
Где? Оно непременно исполнится. А теперь нужно укрепить мою магию замечательным танцем. Музыку нам! Класс!